Батя, в свободное время занимаюсь фотографией. Да и теперь, пожалуй, полностью восстановил в памяти по этому делу. И в дальнейшем будем живы. Значит, буду высылать интересные фото. Мама, выслал тебе посылку. Доверишь мало чего хорошего. На 5 килограмм. Не знаю, дойдет ли или нет. В общем, не удивляйтесь, если даже придут опилки. Или что-то подобное. Ведь есть на свете подлецы. В посылке выслал немного лосевой кожи, ночевики летние и кое-что из тряпок. Живы будем, пришлем кое-что получше. Частенько вижу Павлика. У нас тут уже давно наступила весна. Одер почти вышел в свои берега. Говорят, что в тылу на нас уже сеют хлеб, сажают картофель. Наши русские этим делом руководят. Заводы немецкие пущены и делают продукцию для фронта. Словом, дело идут. Письма получаю редко, на этом кончаю. Передавай привет всем. Прошу, сообщи адреса и фамилии, имена и отчество Ивана и Марфы.